Манипуляция.
Скажите, а вот в повседневной жизни у нас такое встречается? Сталкивались ли вы с чем-то подобным? Ну, видите, мы все ищем выход из тяжелых ситуаций периодически. Мы все в них периодически бываем. Поэтому нет правильных или неправильных ответов. Давайте вместе находить выход. Вот есть картина. И как лучше поступить? Для кого лучше? Для бабушки. Внучка должна была подумать, что была. Которая поняла, что это раз в год. Она уже за этот месяц должна была принять какие-то меры. Внучка должна была принять меры. Есть идея. Хорошо, спасибо. И внучка должна была пойти в эту контору и с кем-то, с какими-то людьми расположенных дома от бабушки. Это логично. Хорошо, есть та идея, что внучка должна была оформить договор. Еще есть предложение? Как это можно иначе произвести? Справочка от врачей предлагается. Отлично. Как можем мы в реальной ситуации помочь вот такой вот бабушке, на котором месте может быть любой из наших родных? Признать ее недееспособной. Так, признать недееспособной, ага. Это как-то что это за контора, и если в случае аннуляции договора можно будет... Ну, в общем, я считаю, что в этой ситуации, если моя бабушка так лоханилась, я, конечно, пошла в эту контору, поговорила по-нормальному, и сбитый вместе. Ну да, если уже не идут на контакт, то искать того времени. Попробуйте. Место бабушки занять ее. И то же самое мы работаем. Мне быть бабушкой? Да. Еще раз, не совсем вы сейчас вместо бабушки, все остальные ребята делают то же, что и делали. Моя задача сделать так, как я поступила? Да, так как вы поступили бы вот в этой ситуации. Я должна была вместе внучку. Решитесь. Внучка, бабушка. 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 Начинаем сначала. Музыка. Ничего, я не понимаю.
Индия, у нас есть город такой. Ну, процентный миллион получше весь город. Ну, не ты. Договариваться, чья дальше идут ради кулит балуйте. Тебе никто не даст. Мне не тільки чоловік давав, а й півгорода давала. І ви думаєте, тут мені не дадуть? Спасибо, Кристоф. Вариант выхода из ситуации. Как зовут? Спасибо, Ксения. Что произошло? Давайте обсудим. Что вы увидели? Проблема частично решилась. А давайте представим, что бабушка осталась там. В том, что... Проблема была в том, что взятка юридическая форма, да? После этой ситуации ничего же не поделали, да? Нет. Если мы продолжили, он понимает, что ему именно ему, как коллектору, или как это правильно называется, очень... Коллектор вопрос. Банкир очень важно, то есть он понял, что бабка не промах, как бы манипулировать не очень просто, он даст кредит, но уже не на таких условиях. А что второй кредит? Не, он пациент имеется будет. Мы обыгрываем кредит. Ты даже подмечиваешь пациента, второй кредит собираешься брать? Чтобы покрыть. Мы расследуем первую ситуацию по другому. Хорошо, давай так вместе решим. Проблема решилась? Нет. Давай есть на следующий год. Какая проблема? Она не лоханулась. Почему? Потому что она знает условия договора, она не слепой действует. Нет, не знает условия договора, но она знает, что здесь очень много мошенников. Знает, вопрос в том, что это профессионал, договор может составить так, что даже ушлая бабушка этот самый ничего не разберет, что там написано. Я подскажу, можно обратить других героев в этой ситуации, например, друга, соседа, брата. Я подумала ввести какого-нибудь ушлого юриста, которого привела внучка, который бы разрулил это все. Давайте попробуем. Я не буду, простите меня. Давайте попробуем. Помочь нам раз. Давай, вот Лена. Лена выходит. С какого места? Лена. С места, когда появляется внучка. Когда появляется внучка, Тарас? Как Лена скажет?
Спасибо. Проблема разрешилась? Нет, конечно. А как вы считаете? Нет, проблема разрешилась. Давайте я решу, что такое разрешение проблемы. Давайте. Так. Что такое для вас разрешение проблемы? Проблема решится, когда банк выплатит им еще компенсацию. Таких историй не было. Давайте реальные истории. Даже банка практически на 99% уже сливает. На самом деле. Что мы еще можем посоветовать в этой ситуации? Потому что... Лучше прийти дальше и спросить, внучка пришла, как пришла. Ну хорошо. Внучка сейчас заплатит юристу, начнется деятельность судебная тема, и юрист будет по-часовому брать этот самый. Еще там подпишешь этот самый. Дальше. На стороне банка юридический отдел, там человек 40, наверное, если мелкий банк, 25, который работает исключительно с договорными этим самым. Юрист приблизительно знает, что, на котором мы. И этот самый проигрыш. А что вы предлагаете? Нет, у меня здесь деньги. А давайте вместе поищем. Давайте вместе поищем варианты. Кому? Ну, бабушке. А сколько лет бабушке? А кредиты не дают того столетия? А почему нет? А потому что... Есть закон, что столетия не дают? 80. Я не знаю, что 80-летним давали кредит. Я считаю, она не может сказать, не дееспособна. То есть это машина. Ты заранее справку взял. Значит, дееспособна. Как? Заранее справку взял. Нет, 80 лет я считаю, что это юристы сейчас, допустим, даже завещание, по-моему, там уже после определенного возраста тоже как бы машины. Они не берутся, потому что знаешь, что могут оспаривать, они просто не вязывают в эти мутные дела. Потому что возраст уже, там человек, можно, ну, это волокита там мутная вода. После определенного возраста человек уже считается условно. Не юридически, не дееспособны. Нет, это не юридически, но это реально. Они как бы не берутся. Юридически это разные вещи. Но нет, они хотят вылазить, потому что там будут спорить, там что угодно может быть. Смотрите, мы пытаемся разыграть на сцене что-то или решить проблему. Мы пытаемся решить проблему, которая показана на сцене вместе. Ну, она не умеет решать проблему. Давайте искать. Потому что завтра, если кто-то из наших родных это будет, мы бы не так не будем. Нам нужно разыграть сценку о том, как внучка финансовую грамотность банка рассчитывает. Что давай. Ей нужно делать, что нельзя. Заранее берем этот самый справку о том, что бабушка не способна. Давайте. Чтобы она случайно не взяла. Давайте вместо внучки. Вместо внучки. Давайте, у вас получится. Так это нужно еще. Банка. С бабкой разговаривать. А с кем? Это нужно внучке самостоятельно договориться с врачом. Отлично. Бабушка не способна. Заранее. Это самое. Я готов быть в роли врача. Давайте это попробуем сделать вместе. Нет, это не решение, это же не решение. Как? Вы что сказали, что это решение? Вы знаете, обычно бабушка не способна? Если завтра кто-то из нас попадет в эту ситуацию, то какие бы были бы решения? Нужные решения. Если мы на будущее... Это то такие, а в отношении конкретной банки это будет решение. Ну, таких нормальных, которые имели хотя бы хоть какую-то вероятность. Кто по-другому считает? С юридической точки зрения. Мы как профессиональные юристы. Есть ли еще выход из этой ситуации? Нет. Вы участник. Ну, подскажи. Вы слышали, что банка за ответ, а не квартиру на кого? Читает. Может, на лучку? Я не слышала. Она приходит к вам, читает. А там написано.
мы можем в первом этапе, но, скажем так, структуру в целом оставлять это. То есть условия того, что кредит берется, остаются. Это основная, скажем так, задача конфликта. Хороший вариант был оспаривание, признание недееспособными. А хороший вариант был есть. Доказательство того, что кредиты взяты на условиях слишком невыгодны. Нет, это не это она в 100 раз больше и за 5 минут. Это такое юридическое подписание. Подписали это самое. Не способны, но за меня слово вообще. Слабый вариант. Знакомый юрист нашел знакомого врача, который подписал бумажку о неспособности задним числом. Таких бабушек, так, в таких же ситуациях, и показать, что этот банк точно так же, грубо говоря, разводит, кидает 50 таких бабушек. Я понимаю, что с юридической точки зрения не разводит, но с реальной точки зрения можно... Идем, внучка. Ну, это самое, с бабушкой в таком состоянии разговаривать не советую.
А ну попробуйте, а мы же пробуем. Это же видно, ну как актриса сыграла бабушку, которую не меняет. С ней не разговаривает. А вы попробуйте поразговаривать с дочерью. Попробуйте. Имеет смысл. Единственный способ можно протестировать. Собираешь обратить? Давайте протестируем. Давайте. Вторая сцена, приходит дочь. Спасибо. Проблема решилась? Да. Честно, класс. Ну, который сначала. Ну, если они продают по этим шагам, она решает. Спасибо. Это просто. Богдан. Спасибо, Богдан. Как вам? Какие чувства у Вики? Люблю бабушку. А у бабушки? Вторая команда, которая, видать, постеснялась выйти на сцену.
Но там тоже очень интересная, веселая проблема у них. Там проблема мальчика и мамы, где мама играет мальчика, там, а мальчик играет маму. Сейчас я постараюсь вызвонить и сюда поставить на сцену. Одну секунду.